Всем привет! Давайте посмотрим на такой расклад. За горизонтом ли твой успех? Один у нас будет вариант. Да? Смотрим. Так, за горизонтом ли твой успех? Интересные карты. Может быть, прийти, знаете, такой интересный сон, который что-то вам расскажет, покажет. Может быть, действительно во сне что-то узнаете. Либо, знаете, исполнится какое-то пророчество. Здесь выпадает шанс в ближайший месяц, в ближайшие несколько недель, шанс поменять свою жизнь. Понадобится много сил, понадобится ответственность. Но вы справитесь. Подключите свое внутреннее «я». Да? Что вам подскажет ваша интуиция? Что-то мчится в вашу жизнь, что-то летит прямо конкретно, разрушая какую-то трудную, сложную ситуацию, какой-то застой. Что-то идет, какая-то перемена. И менять будет именно что-то связанное с застоем. То, что, допустим, денег, да, мало, либо что-то работу не можем найти. Какой-то застой, здесь идет разрушение. В прошлом был какой-то интересный человек, с кем-то у вас были интересные отношения. На сегодняшний день идет общение, действительно разговор о каком-то застое. Много говорим об этом, а на самом деле ничего не меняется. Поэтому вот она, колесница, летит что-то новое в вашу жизнь. Может быть, сейчас вы заняты семьей, своим домом, своими близкими. И уже вот этот застой уже настолько уже достал, да, что хочется аж перемен. Но это не просто так было, это время вам дано. Вы должны были все-таки взять, научиться все под свой контроль, не рассчитывать на каких-то других людей, да, а только на себя. Вы должны были в плане этого вырасти, стать более взрослым человеком. Посеял что-то, да, и в скором времени будешь пожинать плоды. Но мы уже успокоились, мы уже поняли, да, что не надо бежать быстрее паровоза. Итак, давайте все-таки посмотрим ответ. За горизонтом ли твой успех? Какая-то цель все-таки исполнится, какая-то задача будет реализована. Так, в мае, вот в мае приходит эта новость. То есть вот в апреле какая-то цель, задача будет исполнены, сделаны. Устали, да, сколько можно. Но задача будет реализована. А в мае ждите какое-то известие. Что-то прилетает, что вас зажжет, вас поднимет, да, какую-то страсть, какой-то огонь. Вы будете гореть. А что это такое? Это связано с тем, что давным-давно вам не давалось, да, что-то наконец-то, то, что вот стояло и как стена, да, которой вы уперлись, она, эта стена рухнет, и вы как будто загоритесь какой-то либо новой идеей, либо у вас новый период в жизни, но вы будете гореть, может быть, это страстные отношения, может быть, это та работа, которая заставляет вас не спать, не есть. Вот колесо фортуны. Силы понадобятся вам, чтобы вы справились. Вы справитесь, ничего не бойтесь. В апреле какая-то задача исполнится. У кого-то, может быть, исполнится какое-то желание. А в мае ждите чего-то, каких-то известий. Вот на колеснице они к вам летят. И позади остаются трудные времена. Вот такой у нас сегодня маленький экспресс-раскладик, да, для моего канала Telegram. Специально делаю, чтобы вы видели, что и такие вещи я тоже умею. Поэтому, если кому-то интересно, кто-то хочет научиться, пожалуйста, обращайтесь на обучение.